Привет, YouTube, а также друзья и подписчики канала Rusgame Tactics. Сегодня мы начинаем прохождение третьей части долгожданной игры Mass Effect. Как видите, мы переносим с вами персонажа из второй части игры. И сейчас вы также сможете ознакомиться с кратким перечнем событий, которые происходили в первой и во второй части, и с перечнем решений, которые я принимал. Могу сказать, что прохождение было хорошим, в том смысле, что хорошие решения, правильные. Все делалось, как должно было делать. Обращаю внимание, что профиль был создан 29 февраля. Само прохождение второй части я закончил только 2 часа назад, до официального релиза этой игры в России. Поэтому уверяю вас, что нить событий я не буду упускать. И мы сейчас с вами также можем ознакомиться с краткой характеристикой. Землянин, герой войны и играли за стража. Думаю, что и в третьей части мы также будем играть за этот класс, потому что он мне очень понравился. В первой части мы играли за штурмовика, но потом решил изменить класс для разнообразия. Ну и втянулся, соответственно, очень много классных фич, уникальных для этого класса. Поэтому думаю, что вам также будет приятно смотреть и наблюдать за геймплеем в роли Гейл Шепард, Стража. Вот краткий перечень событий и решений, которые были приняты мной в первой и второй частях этой игры. Ну, как видите, был роман с голубоголовой девушкой. Это совершеннолетний подросток, которому, если я не ошибаюсь, 106 лет. Ну, потому что Азария, они очень долго живут. Ну что же, не будем терять времени, переходим дальше. Нас сейчас ожидает выбор внешности, но вот, увы, мы не можем перенести ту внешность нашей Гейл Шепард из второй части, поэтому придется настраивать все это вручную. Ну, могу сказать, что внешность первой и второй частях нашей героини была достаточно факабельна, поэтому сейчас постараюсь также максимально приблизить то, что было в предыдущей части. В принципе, код у меня уже готов. Я заранее уже подготовился к прохождению. И вот можете посмотреть, вот как будет выглядеть наш персонаж в течение всей этой игры. Ну, разве что, может быть, ее покрасим в какой-то другой цвет. Итак, здесь принимаем профиль. И опять же подтверждаем класс. Это будет страж. Предлагаю ознакомиться с умениями стража. А в этой части это будет бросок, деформация, подбрасывающая граната, техническая броня, перегрузка и заморозка. Ну что же, мы начинаем с вами. Поехали! How bad is it? Bad. We just lost contact with two of our deep space outposts. There's something massive on long-range scanners. Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it. How long do we have? Not long. I sent word. The fleets are mobilizing. God help us all. Commander. You're not supposed to call me that anymore, James. Not supposed to salute you either. We gotta go. The Defense Committee wants to see you. Sounds important.
What's going on? Couldn't say. Just told me they needed you. Now. Anderson? Admiral? You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. How are you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing word's made it to Alliance Command. Something big's headed our way. The Reapers? We don't know. Not for certain. What else could it be? If I knew that. You know we're not ready if it is them, not by a long shot. Tell that to the Defense Committee. Unless we're planning to talk the Reapers to death, the committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. You faced down a Reaper. Hell, you spoke to one, then blew the damn thing up. You've seen how they harvest us, what they plan to do to us. You know more about this enemy than anyone. That way they grounded me, took away my ship? You know that's not true. When you blew up the Batarian relay, hundreds of thousands of Batarians died. It was that or let the Reapers walk through our back door. I know that, Shepard. And so does the committee. If it wasn't for that, you'd have been court-martialed and left to rot in the brig. That and your good word. Yeah, I trust you, Shepard. And so does the committee. I'm just a soldier, Anderson. I'm no politician. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. They're expecting you to, Admiral. Good luck in there, Shepard. Anderson? Shepard. Caden. How'd it go in there, Major? Okay, I think. Hard to know. I'm just waiting for orders now. Major? You hadn't heard? No, I'm a bit out of the loop these days. Sorry, ma'am. Didn't mean to keep you out of the loop. I'm sure you had your reasons. Yeah, I suppose I did. So it's good to see you. Admiral. Come on. You know the commander? I used to. Admiral Anderson. Shepard. What's the situation? We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything we've seen. Whole colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the Sol Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here. Then, how do we stop them? Stop them? This isn't about strategy or tactics. This is about survival. The Reapers are more advanced than we are, more powerful, more intelligent. They don't fear us. And they'll never take pity on us. But there must be some way. If we're gonna have any chance at surviving this, we have to stand together. That's it? That's our plan? Admiral, we've lost contact with Luna Base. The moon? It couldn't be that close already. How could they get past our defenses? Sir, UK headquarters has a visual. We heard from Admiral Hackett. What do we do?
the only thing we can. We fight or we die. We should get to the Normandy. Ну, наконец-то дают нам пострелять немножечко. Кстати, мне показался интересным факт, что когда при встрече с Андерсоном он упомянул момент, когда Гейл Шепард уничтожила ретранслятор в системе Бахак, уничтожив, правда, при этом несколько сот тысяч батырианцев. Ну, там точное число жертв было 304 тысячи там с чем-то, ну, почти 305 тысяч. Вот. Ну, соответственно, я могу сказать, это из второй части тянется история. Было специальное задание, которое называлось «Прибытие». Прибытие жнецов, иными словами. Поэтому, действительно, сохранка работает. Если бы игрок не проходил эту миссию, то Андерсон об этом бы и не стал говорить. Так, снять хасков. Ну, давайте посмотрим, как... Ох! Что, жнецы с собой хасков притащили сюда. Ну, замечательно. Как с ними бороться, мы знаем. Я думаю, что можно и прикладиком поработать. Попробовать, во всяком случае. Ну-ка. Ах! Сейчас по-другому немного. Порежем их, да, позбиваем. И вот так вот рукоятью забомбим немножко. Так, а еще один, что ли, да? А-оу. Ой, хорошо, что у нас еще чекпоинт здесь сделали. Ну, получается, что этот жнец большую часть работы за нас сделал. Нам пришлось что-то с дверью делать, а он уже постарался и позволил нам попасть внутрь. Итак, 100 очков опыта мы с вами сразу же зарабатываем, подобрав кусок панцелина. Давайте заходим теперь в эту дверь. Ой, кто это? Еще один хас, да? Ну, вот таким образом мы его уничтожаем. Нам еще 20 рукопашных смертей, и мы с вами завершим. Завершим это достижение. Что-то мне показалось странным. Наоборот, мне кажется, Андерсон должен был рожать немножко двери, чтобы Шепард могла пройти. А это вот тот пацан, который в самом начале там с моделью самолета, шаттла вот этого бегал, челнока. Everyone's crying. Come here. I need to get you someplace safe. Take my hand. You can't help me. Shepard! In here. Uh-oh. This is a goddamn mess. Every minute these machines are here, thousands of innocent people die. I won't be responsible.
It's hard enough fighting a war, but it's worse knowing no matter how hard you try, you can't save them all. Exactly. I get so fast. I thought we'd have more time. We knew they were coming. And they still just cut through our defenses. We need to go to the Citadel. Talk to the Council. The Citadel? The fight's here. It'll be everywhere soon enough. You said it yourself. The Reapers will destroy everything if we don't stop them. The Council has to help us. You sure about that? No, but you're a Council Spectre. That has to count for something. Kasha! Thanks. I owe you one. More than one. Grab some ammo. Ну вот видите, как хорошо нас и не разжаловали, то есть мы по-прежнему являемся спектром Совета Цитадели, это очень круто. И опять же, все это благодаря тем решениям, которые мы принимали с вами в первой и второй части игры. Смотрите, какой он огромный! Обалдеть. Сейчас перезаряжу, немножко тоже вклад внесу в уничтожение этого жнеца. Продолжаем следовать за Андерсоном. Да что ж тут все ломается, рушится. Смотрите, там... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. Самое главное, что кожанка не пострадала. Ну, наконец-то теперь можно и пострелять. Я сразу тогда ознакомимся с умениями. Я немножко здесь все по-другому организую, потому что не совсем такая схема мне удобна. Значит, деформацию поставим в третий слот. Ну и пусть перегрузка и заморозка остаются на своих местах. Ну давайте посмотрим, как здесь сейчас бросок работает. Оп! Хорошее попадание было. До небес. Так, тут еще фудекс добавили нам запись об этих каннибалах. Уничтожили? Или добить нужно? Ну тут... Самое главное попасть точно в голову, тогда быстрее у нас получится с ним расправиться. Пусть он встанет, сейчас... Бах! Ну, два выстрела. Я уверен, что если мы пистолет прокачаем и плюс биотик, мы будем просто неуловимыми в этой галактике. There's one in the gunship, but it's gonna be crawling with those things. Stay here, son. We'll get you out of here. Come on. Let's get to that gunship. Значит, нам к Литуну какому-то нужно. Хотя я думал, что мы к Нормандии с вами стремимся. Нам нужно попасть на посадочную площадку. Ну, либо, по крайней мере, дождаться, чтобы кто-нибудь нас подобрал. Снова каннибалы, как видите, достаточно большое их количество здесь. Ну, никто не говорил, что будет легко, поэтому готовимся к плотному бою с ними. Давайте-ка немножко биотикой поработаем. Мне нравится то, что по такой траектории неплохой наши броски летят. Ах! Красота. Ну и будем комбинировать. Упс, пардон. Пожалуй, поставлю абляцию. Я напомню, в чем плюс этой абляционной брони. В том, что если ее уничтожают, то происходит выброс энергии. И ударная волна раскидывает врагов, если они находятся рядом со мной. Рядом с нашим персонажем. Так, нам, наверное, в эту сторону. Андерсон что-то суетится. Но движется туда, куда не нужно. Винтовка, да? На М8 Мститель 1. Здесь вот радио можно его активировать. Наверное, нам это и требуется сделать.
Normandy, this is Anderson. Do you read? Admiral, what's your location? By a downed gunship in the harbor. I'm activating its distress beacon. Send support. We've got wounded down here. Major! Похоже, что жнецы глушат сигнал. And fast, we've got company. Ну вот, зато теперь мы знаем, как они приземляются. Приземление, прямо скажем, не самое мягкое у них. Оп! Красота! Правда, я заметил, что каких-то каннибалов получается вот таким броском с первого раза уничтожить, а каких-то нет. Очень круто то, что не по прямой траектории летит этот пучок энергии. Здесь нужно таким образом убить 100 целей, и тогда мы получим очередное достижение. Там, помните, первая была рукопашка, поэтому тоже нужно этому внимание уделять. Давайте немножко постреляем, поиграем в тир. Да, хорошо, винтовочка неплохо настроена. И здесь будем очередовать биотика и... И дедовский метод. Ну-ка. Класс. Вот один подбирается, надо его каким-то образом остановить. Фух. Ну что, неплохо, броня работает. Самое главное, что еще импульс очень хороший, то есть конкретно может в сторону откинуть, там смотря уже, как запустить этот пучок. То есть смотрите, прям сбоку запустим, его откидывает. Там вообще в море его выкинуло. Ну не море, тут залив какой-то, по всей видимости. Так, вот так вот. И там уж просто он беспомощный, лежачего можно добивать. Да, кто-то там пытается подняться. О-о-о. Так, почему бы не взять пистолет, елки-палки? Мне как-то с него подручнее стрелять, потому что всю вторую часть я по большей части именно с пистолета стрелял. И хорошо у меня урон был прокачан. Так, биотикой давайте его бомбим. Ох. Ну вот, к сожалению, цель была не захвачена, поэтому черти куда этот выстрел пришелся. За солдата, мне кажется, не очень интересно играть, потому что это просто тогда шутер. А вот комбинации с такими умениями интересными даже очень ничего смотрятся. Вот, пожалуйста, деформация. Клево работает. Нам, я так понимаю, нужно продержаться до того, как прибудет подкрепление. Давайте-ка еще разочек сейчас всадим. Это уже пошла заморозка, сейчас еще перегрузку сделаем. Класс, да, эффекты неплохие. Более зрелищно все это смотрится. Вообще замечательно. Может, к ним туда подойти? Че я тут уселся? Знаете, как на диване и нехотя отстреливаюсь. Так, кстати, уровень сложности нормальный у нас. Нормальным играем. Поэтому не беспокойтесь, что я, может быть, на легком там. На дефолтном уровне. Shepard! Come on! I'm not going! You saw those men back there. There's a million more like them, and they need a leader. We're in this fight together, Anderson. It's a fight we can't win. Not without help. We need every species, and all their ships, to even have a chance at defeating the Reapers. Talk to the Council. Convince them to help us. What if they won't listen? Then make them listen. Now go! That's an order! I don't take orders from you anymore, remember? Consider yourself reinstated, Commander. You know what you have to do. I'll be back for you, and I'll bring every fleet I can. Good luck. You too, Shepard. Thank you.
опять этот парень неугомонный. Просто офигенная кинематографичная сцена. И очень печальная одновременно. What the hell's going on? Where's Anderson? Where are we going? Hey! We're leaving. Leaving? What's going on? Anderson wants us to go to the Citadel, get help for the fight. Bullshit, he wouldn't order us to leave. We don't have a choice. Without help, this war's already over. Forget it. Drop me off someplace, cause I... Enough! Don't you think I'd rather stay and fight? We're going to the Citadel. You want out? You can catch a ride back from there. Commander! Joker, that you? Alive and kicking. Got an emergency transmission from Admiral Hackett for you. Patch it through. Shepard, sustained heavy losses. Our force was overwhelming. No way we can defeat them conventionally. Anderson's already ordered me to the Citadel to talk to the Council. First, I need you to... Night's outpost on Mars. Now we lose control of the system. Yes, sir. I've been researching the Frothian archives with Dr. Tassoni. We found a way to stop the Reapers. Only way to stop them. Contact soon. Hack it out. Joker, set a course for the Mars archives. Mars? Roger that. Странно, почему так Джокер-то удивился? Why Mars? What did you think we'll find there? I don't know yet. But if it helps us win this war. Grab your gear. Activity? Negative. Edie? The base appears to be online. It's possible the inhabitants were evacuated. No, soon enough. Be ready, Joker. Just in case. Roger that. Normandy out. We're almost there.
Still no contact from the base, but we've got a massive storm headed our way. How long till it hits? Half hour tops. After that, we're gonna have difficulty keeping up comms with the Normandy. Understood. Друзья, это была первая часть видеопрохождения игры Mass Effect 3. Пожалуйста, не забывайте оставлять ваши комментарии и оценивать видео. Это приветствуется. До встречи во второй части.